Hello, friends. Всем привет, друзья! На связи Алиса. Приложение, разработанное Facebook для прогнозирования, может составить конкуренцию для сектора прогнозирования на основе криптографии. Приложение iOS под названием «Прогноз» использует ряд вопросов для опроса пользователей, также позволит пользователям задавать вопросы, а затем использовать очки в приложении, чтобы делать прогнозы о том, что может произойти в будущем. На данный момент приложение находится в бета-тестировании и доступно для приглашенных пользователей из США и Канады. Вы смотрели новости KCN. До скорого!